Buonasera a tutti. Ну вот оно, знаковое место в Вероне, где встречают нас события. Балкон Джульетты. Конечно, никакой здесь Джульетты не было, и даже подобие Джульетты, все это выдумано. Да и Шекспира никогда не было в Вероне. Но итальянцы могут деньги выжимать из всего. И вот этот старый дом, я даже не знаю, чьей он семье принадлежал, но никакого отношения к истории, которую написал Шекспир, они не имеют. Не было у них никаких распри, не было у них никаких смертей молодых людей, которые любили друг друга. Снимать очень тяжело, народу всегда много. Это я еще подошла вечером, их не очень. А то еще и турист с утра. Вообще хлеще, чем на Христе. Вот такое оно, самое романтическое место Вероны. И вот она, бронзовая статуя. Вся натертая. Статуя Джульетты. Обычно здесь фотографируются, берутся ей за грудь, чтобы было счастье брака. Вот она, Джульетта. Всем пока-пока. Я была в Вероне. С вами Вика Маркова.